Отношения друг с другом, все прекрасно. Погода замечательная как раз для нас. Природа изумительная. Обязательно будет возможность, будет приглашение. Состоится следующий фестиваль, мы обязательно приедем. Организация хорошая. Все хорошо, по крайней мере, все стараются. Город Тюмень? Вы первый раз? А? Вы первый раз? Здесь первый раз, да, присутствую. Но, в принципе, давно знаю об этом. Русской школе, в принципе, как бы сотрудничаем. В прошлом году хотел приехать на такой аналогичный фестиваль, но так получилось, что не удалось. В этом году с удовольствием приехал. И вот привез даже с собой, так сказать, нашу делегацию тюменских в количестве 7 человек. Это уже люди, которые занимаются по несколько месяцев нордиком. Они уже испытывают удовольствие, так сказать, и получили большой заряд бодрости и здоровья. То есть имеют, могут рассказать уже о своих каких-то результатах, роли, здоровье, то есть вот их деятельности, продление активного долголетия. Значит, у нас уже появились свои традиции, свои обычаи клуба, клуб НОРД-ИК и клуб 120, это клубы здорового образа жизни, клуб активного долголетия. Они входят в состав объединения регионального общественного движения «Тюменцы за здоровый образ жизни» и создано некоммерческое партнерство «Тюменский центр здорового образа жизни»,
который объединяет в своем составе, во-первых, людей, которые хотят вести, заниматься здоровым образом жизни и получать услуги, именно касающиеся оздоровительных различных процедур. И точно так же организации, которые предоставляют эти услуги. То есть это и медицинские есть у нас профилактические учреждения, и физкультурно-оздоровительные, и различные народные, способы восстановления этого здоровья. И активный досуг. Есть клуб физкультурного, эколого-оздоровительного даже туризма, эксклюзивного такого, который мы проводим и по нашему Тюменскому региону, но и по всей России, в которой в эти путешествия или в эти туры у нас принимаются и только люди, которые не курят, которые не употребляют спиртных напитков во время этого путешествия. Поэтому на наших турах нет пикников, это люди, которые в это время проходят действительно полный курс реабилитации и здоровья. А на какую дистанцию спадете? Я пойду на дистанцию 9 километров. Если было бы больше, я бы пошел больше. Спасибо. Вам всего доброго. Как вам трасса, как хорошо. Организация? Трасса необычная. Мы ходим в Перми по другой. Здесь она такая, горы, холмы, равнины, кочки и все прочее. Но не тяжелая. Не тяжелая, правильно сказать. Так, все хорошо, все прекрасно. Чувствую себя отлично. Вы все закончили, да? Я решила не рисковать своим здоровьем. Мне все-таки 57 лет. Так что я отлично выглядите. Закончу сегодняшний свой старт. Так что вот. Ладно, поздравляем. Хорошо, спасибо. На сколько кругов ты здесь? Я только на 3, потому что я второй день сегодня с палками иду. Так трасса? Мне хватит. Так трасса так? Отличная, прекрасная, красиво, прохладно, замечательно, песочек, травка, я все что угодно. Все? А вы из какого города? Питера. Ага. Ну вы всего второй раз, да, в жизни? Второй раз, да. Будете еще участвовать? Конечно. Завтра? Не, вообще еще спасибо, будете? Конечно. Ну ладно, спасибо большое.
первый раз участвовали? Что ли? Здесь, да. А где еще участвовали? В женской десятке в 11 году участвовала. Заняли какие-нибудь? А там был бег и палки, и там все в перемешку. Там не было места. Как вам трасса? Понравилась? Да, местами тяжеловато, но ничего. Мне, я в первый раз участвую в соревнованиях по нордик волкингу. И мне очень понравилась трасса. Очень непростая, но она очень интересная. И такой драйв, все такие прям рванули со старта. О, девушки, привет! Вот, и такой дух отличный просто у людей. Да, соревнования надо делать обязательно, хотя бы два раза в году, чтобы стимул был. Девочка? Очень, да. Много, да, где-то около, по-моему, 150 человек, если я не ошибаюсь. Разные, абсолютно. Да. И дети есть, я знаю, да. В лидерах дети там бегут. И есть и 78 лет. То есть люди молодцы. Я, извините, можно попью? Мы из СПБ. Калининский. На какой трассе ходите? За 3. На 3 километра. Как вам трасса понравилась? Трасса серьезная, да. Трасса серьезная, конечно. Корешочки, корешочки мешают. Вы участвовали первый раз? Первый раз. А я нет. Сколько раз вы участвовали? Я второй раз фактически. Потому что была на Северной Тризантеме в прошлом году. Был у нас такой же сбор. Соревнования точно такие же. Проходили на время там даже. Сложно учили также грамоты. У нас были очень довольны, потому что настроение хорошее, вообще все хорошо. Здорово. Спасибо вам. Молодцы. Ленинграда. Ой, Санкт-Петербург. Я родилась в Ленинграде. Первый раз участвовала? Да. Какая у вас дистанция? 3 километра. Как вам трасса понравилась? Хорошая. Я привычная, я раньше ходила поход там и... И воды попей, Надя. В Новосибирске, туристическая там. О, уже третий круг, где нас показывать будут? Спасибо большое. Женская ходьба с января месяца. Руки Ирины. Получаю большое удовольствие. Гуляем, сходим в Сосновском парке. Хорошее настроение, отличная обстановка. Я похудела на 9 килограммов, что очень радует благодаря вот этим занятиям. Сегодня тоже прекрасная организация. В общем-то, ощущение праздника, особенно вот эти разминки под музыку, было великолепно. Спасибо. Вы из Петербурга? Да. Будете еще участвовать? С удовольствием, да. Ну, дальше продолжать. Есть ли пригласие? Да. А вы из Питера? Питер и Пермь. Все на П. Получили огромное удовольствие от дистанции.
Жалко, не удалось искупаться. Вон там у Клигана есть на третьих. Подвинься. Клуб скандинавской ходьбы как лучшая команда. Ура! Андрей Ковлин, команда Андрея Ковлина. Лучшая команда в России. Лучшая команда. Молодец. Первое место. Вот так мы с такой стоим. Секунду. Я вас всех люблю. Спасибо, Андрюша. Мы тебя тоже любим. Награждается, катается команда «Невский ритм» как самая многочисленная команда. Команда «Невский ритм», Калининский район, Санкт-Петербург. Ирина Середкина, тренер. Ира уже в «Нордик Волкинг» более 5 лет. Ее путь творческий прошел через Марка Кантанева, через различные другие проекты. Она стала настоящим тренером и сегодня собрала самую многочисленную команду. Ирина Середкина. Ура! Награждается Шестрова Дарья, занявшая первое место в категории спорт. Ура! Самая быстрая Дарья сегодня была. Она пришла 9 километров, она прошла за лучшее время. Она обогнала всех мужчин, всех тренеров, всех вообще. Первая. Ее было не догнать. Ее было просто не догнать. Молодец, молодец, Даша. Мы надеемся, что... На второе место награждается Голубева Лариса. Лариса. На трассе она меня 2 раза обогнала. Спасибо.
которая приводит с собой, везет с собой не детей, а учеников. Ура! 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 Мы никого не отпустим, будем идти 5 конфет. Наши парни, молодцы. Юбилей Россия. Молодцы. Ежегодный лагерь активного долголетия. Поздравляем Андрея Ховина и команду города Пермь! Ура! Самые активные, самые молодые, молодцы! Ура! Здорово! Спасибо вам!